Давай, мама, здесь, а ты вот все. Все, видишь? Тоже вперед. Держи ее крепко. На, держи крепко. Держи. Держи, говорю. Держи крепко. Все, держи, смотри, не упусти. Лизочка гуляет с Боней, да? Я вчера смотрел видео, где она там вообще маленькая, наверное, года еще ее нет. Такая смешная, блин. Она там, волосы у нее еще такие короткие. Еще на тот планшет снят, на другой. Там еще качество такое плохое. Поругайся. Типа как на телефон снят. Поругайся, мне скажи, Боня, пошли. Вот сюда. Куда это много я? Нет, угол сидит, а. Не идет? Да, он прыгает. Иди, иди. Скажи, иди, иди, Газа. Тихо, тихо, Лизочка. Боня. Держи крепко. Ну ты же не собачка. Ты же не становись, Боня. Сейчас откидает тебя. Земля. Красивая, она нарядная такая, да? А как это она согласилась другую панамку одеть? Я ей сказала, там мокрая. Да? Лиза, а что ты не одела свою панамку? Другую панамку, что ты не одела? Мама постирала ее. А ты ее постирала, да? Нет? Да, я одену. Юбочка, короче. Юбочку тоже заняла. И вот эту кофту. Сергей, интересно показать ей это видео, когда она уже будет это, взрослая. Посмотрит, какая она была маленькая. С собачкой, с какой гуляла. Не надо к лицу, Лиза, не надо к лицу. Не слушается она тебя? Скажи, Боня, не ходи далеко. Блин, она сильно ее дергает. Ну, она сам понимает. Боня. На, на, на. Боня, идем туда. Нет, дай.
На, на. Ну, а Боня Лиза слушается, не? Да, она ее не командует. Uh-huh. Ну как, она, например, если выходит на Максима лай, она ее отгоняет. Отгоняет, да? Ругается. Ну, она не боится, Максим-то боится. Лиза, ну, давай, переступай. Давай, давай. Посмотри, ты что же. Тихо, тихо, вот так, поворачивай. Вот так, повернись крышку. Стоп, все. Блин, так удобно в этих сандалиях ходить вообще. Блин, да это дешево, конечно. 700 рублей. Без одного рубля 700. И они вообще удобные. За 700 я бы тоже. За 1000 уже не хочу. Да 700 рублей это вообще, даже в магазин ты пойдешь и то больше растратишь. Просто продукты купишь. Смотри, ты упадешь. Упадешь, Лизонька. Ой, Лиза, кружится. Ну-ка, покружись. Еще чуть-чуть. Папа тебе снимет. Молодец. Юбочка кружится у Лизы. Ой, какая юбочка. Блин, раскрутился бы мой канал, блин. Я же тебе рассказывал, там один пацан получает, короче, 12 тысяч в день ему YouTube платит, блин, представляешь? Да ты тут не угадаешь это, блин, на каком видео, может на одном видео вылетит. А потом уже по инерции там смотрят, с какого канала загружено это видео, и будут смотреть остальные видео. Вот именно одно какое-нибудь. Ну так я говорю, тут не угадаешь, на каком видео это было. Представь, 12 тысяч в день, 360 тысяч в месяц. Здрасте. Ну, сейчас испортим картину. Ой, да ладно. Прям там расстраивается. Иди, вы, Лиза, нарядно. Сейчас, как здесь.